Я знаю, что для мужчин и женщин грудь – сексуальный объект, но не для меня. Грудь заменяет мне детство, которого у меня никогда не было. По Фрейду, грудь ассоциируется с матерью и молоком. Я сделала такую грудь, чтобы она защитила меня от жизни и от людей. Грудь помогает мне жить.